Крабусики надо поправить. Крабусики. Моя крабка. У нас это, так у Саши дуэт красавица, нет, красавица чудовище. Два красавца. Так, у меня мокрая голова, не пугайтесь. Ну, потому что из моря вышла. Да, я плавала сегодня вот в Уйка и обратно, 8 километров, как обычно, пробежала 15. Так я поступаю. Ведь, у нас я сегодня тепло, плюс 21 градус. Я состою из мышц. Почти ого, худая какая, вот так вот. Минус 8 килограмм. Уже. И я не буду останавливаться. Потому что я простыла, у меня простудные губы. Всем доброго, продуктивного дня. У меня тоже ячмень на глаза. Краснодар. И у Александрины тоже. Халезиум. Это лучше подстрелить. Ольга мне какая-то пишет. Сашенька. Сашенька, да, ура. Давайте до 1500 доберем сейчас быстро. И вот. Ника, это ячмень, это от чего? Что-то с глазом? Да, конечно. А? Да. Да? Оттуда, да. А что надо делать, чтобы не было этого? А его, Саш, надо бабушкиным старым методом вообще. Я помню, яйцо бабушка грела, яйцо греет. Нет. Яйцо можно греть? Я тебе дам, у меня есть хорошая мазь. Чай надо прикладывать, Саш, чай. Чаем? Для меня это всегда красиво. Миша, я тебя тоже люблю. Плюнуть надо. Вот ты будешь готовить, я все буду плевать. А мне уже дети сували, и плевали, и все лицо выкинули. Да, сейчас придут мои коты. Придут из Самары, вон люди нам приедут. О, ужасно. Самара. Надо плюнуть. Уже плюнули, уже все лицо в слюне. Уже хватит плевать. Да, надо плюнуть в глаз. Ну, давайте. Алоэ. Вот тут алоэ у нас полно. Растет. 1300 приложить ход Борисыча. Сейчас придет Родион и снова вам тут устроит. У меня рука бойца после прошлого эфира колоть устала. Я запомнила, а еще 50. Прилезли эти. Знаешь, санэпидемстанция. Люди пишут этот. Ника, пусть меня так блокируют. Нет, ни за что. Они тут мы еще не говорили, а она нас заблокировала. Ну, потому что они, наверное, лайкали плохие комментарии. Ты же знаешь, я диктатор. Меня муха не пролетит. Так, ну что, мы вас любим. Сейчас Саша будет готовить. У меня еще два дня строжайшей диеты. С понедельника я начну писать в Белоника 12. То есть я возвращаюсь в свой похудательный аккаунт. И вас ждет завтра утром небольшой сюрприз. Какой сюрприз? Саша, ты же знаешь мою природную алчность. Любительница сюрпризов. Все, давай, начинай, не томи. Александр Ильич, я приготовила Верочке подарки. Дорогие друзья, у нас тут целая кухня гостей, друзей. Так что мы будем параллельно с вами общаться, они к нам будут в кадр заходить. Так что мы сегодня дружной семьей готовим. А готовим мы слоеные трубочки с белковым кремом. Я помню, когда я был пионером, а это было уже 40 лет назад. А ты знаешь, как сына зовут? Матвей. Матвей, да. Иди сюда. Матвей. У нас Матвей. Ты пионер? Я это вдоль моря гулял, и Матвей тоже там. Да. И он говорит, а сколько тебе лет? Я говорю, сколько ты мне дашь? 27. А он мне дал 27 лет. Вы поняли? Александр, ты поняла? Я говорю, нет, мне не 27, а вот 27. Ну, это спасибо. Хороший комплимент. Да? Хороший комплимент, так что никому не рассказывай про свои советские трубочки. Скажи, я родился во времена тирамису. Так что, видите, отползаем. Дети мне дают 30 лет. А мне же скоро 50. Ну вот, когда я был пионером, как Матвей, я ходил в школу, и у меня был пионерский галстук, такой красный, развивался. Я всегда копил 5 копеек, 15, 20, и за 22 копейки покупал эти трубочки с белковым кремом. Они все были в сахарной пудре. Я помню, иду со школы, и у меня вся форма вот в этой сахарной пудре, весь галстук этот пионерский. И потом дома всю эту сахарную пудру, всю это обмывал. И вы знаете, там, конечно, в советские времена экономили белковый крем и наполняли только половину. И пока до дома дойдешь, крем немножко пожуешь, а в основном сухой рожок был. И я вам сейчас покажу, как приготовить трубочки слоеные, хрустящие, с белковым кремом в домашних условиях. Я думаю, что мало кто из вас их готовил, но то, что вы все помните, это точно.
Так, 48 лет, 8 марта. Все вы помните. Да, через месяц будет уже 48 лет. Так, ну что, поехали? Значит, смотрите, слоеное тесто, если вы захотите приготовить, вам надо будет 3 часа вашего времени. Мы готовили с вами Белоника 14. Те, кто подписан, открывайте. По-моему, это 7-й урок Белоника 14. Слоеное тесто бездрожжевое должно быть. Мы готовили его на льду. Рецепт очень простой. Там мука, соль и вода, сливочное масло, больше ничего. Для того, чтобы не тратить слишком много вашего времени, нужно взять готовое слоеное тесто. Смотрите. Оно продается охлажденным, либо можете купить замороженное. Оно продается везде, во всех магазинах, по всех странах мира. Правда, нет? Да. Во Франции есть. Я его обожаю. Ну, самые вкусные сосиски, которые я детям делаю в этом же тесте. Сосиски, Наполеон, все, что хотите, пиццы. Тоже как раз положили сюда, смазали. Офигенный вопрос. Можно ли магазинное тесто? Нет, конечно, нельзя, потому что вот это тесто Саша делал сам. Я, видите, его нет, так пропитировала. Нет, это все магазинное. И... Если, потому что вам не надо тратить много времени. Утром встали, быстренько разжаться, трубочки готовы. Все вам 3 часа тратить ваше время. Если вам, конечно, заняться нечем, то займитесь слоеным тестом. Так, и нет, конечно, если вы не во Франции, у вас не продается такое, то это имеет смысл делать. Например, те же самые круассаны, имеет смысл повторять за Сашей, потому что ничего подобного я ни в Москве, ни в Питере не покупала. Но я бы выглядела полной идиоткой тут, потому что, например, нашу булочную наверху в Риберу, туда ездят из Монако специально за круассанами, у них там какая-то немыслимая хреб сумасшедшая, у них 40 лет только закваски, представляете? И вот в этом, в Риберу, наверху. И вот на всех трех звездных кухнях, на которых я была, они не делают сами слоеное тесто, им специальный человек, которому они заказывают, его привозят с утра такими замороженными длинными листами. Там в том же самом Бумоньере это было, там в 5.30, где Крыгина с Александром и Котына стали, а все изгнаны. Пишут, пишут, Белоника 14, можно еще купить? Спрашивают. Да, конечно, можно, наверху ссылка у вас. 1400 рублей и 60 часов волшебных мастер-классов. Бездрожжевое слоеное тесто. Я прям смотрю, я такой. Это еще я не стянула плюсок. Мне кажется, я влезу уже во все свои. Видите, готовое тесто слоеное, бездрожжевое. Оно у нас уже раскатанное. У вас, допустим, если вы покупаете в брикетах, то нужно будет раскатать его как можно тоньше. Так, смотрите, скажите, что, Ника, скажите, чтобы маму Матвея позвал в эфир. Мама Матвея, иди в эфир. Мама, иди, мама, покажись. Скажите, давай, иди в эфир. Леопардовую задницу. Покажись. Ладно. Мама приехала, видите? Да. Александр, мама тоже похудела. Про нее какая-то женщина написала, говорит, ну самое мерзительное. Говорит, ладно, я переживу котов на столе. Но самое мерзительное, это отвратительная молдаванка, которая хватает лучшие куски, пьет ведрами шампанское и ржет, как лошадь. На шару. Я оскорблена в самое сердце. Все, больше так, я не приду. Завидую. Вы меня спасибо. Оставите без плитки на втором этаже. Да. Это единственное, что обосновывает нашу с тобой. Вот, Белоника 14, а не вера. Ну, ты же я шкарлетная алчина. Видишь, Саша, у меня заколдовано. Правильно, я работаю за еду. По ночам кладу плитку, а потом сжираю все твое шампанское, и еду. И как все молдаване, грабишь соседние виллы. Да. Все по стандартной схеме. Вот. Мы у них... Так, смотрите, что мы еще делаем, можем делать из этого теста. Помните, мы с вами делали лимончелло в прямом эфире с Ленкой? Вы покупаете два таких пласта, смазываете сливочным маслом просто вашу форму для запекания, кладете тонким слоем, выкладываете вот это лимонное варенье, которое сделали, сверху еще один, красиво как-нибудь там косичкой надрезаете, ничего вкуснее нет. Александр, идет небритость. Небритость. Я когда в отпуск. Так, буду... спокойно. Когда я стану богатой старухой, мы с Александром женимся. У нас все же Александр забит. Не, я тебя и так возьму. Что, без приданного? Да. Да, ты имеешь в виду богатой или старухой? И так. Да он и так никогда не слышит. Все мы когда-то станем и богатыми старухами. Если ты знаешь, мне кажется, Александрина, даже и ты станешь богатой старухой. Ну, старухой. Есть у меня подозрение. Счастье-то не в деньгах, не в количестве.
Самое главное, хорошее настроение, чтобы было, чтобы люди хорошие. Саша, ты как настоящий блогер. А зачем этот какие-то деньги? И чтобы мы все капали работой. И трубочками. Деньги это зло. Деньги это зло, правильно. Вот здесь Матвей говорит, что деньги это зло. Поэтому отдавайте все свои деньги нам, мы вас избавим от этого зла. Об этом пока ничего спокойно. Так, смотрите, значит, для трубочек вам понадобится вот такие трубочки. У вас их, скорее всего, нету, металлические, видите? У нас на производстве вот такие трубочки. У вас их нет. Смотрите, что мы делаем. Мы берем пергамент, видите? Пергамент. Делаем из него сначала квадрат. Потом этот квадрат разрезаем пополам. Видите? Пополам режем. Так, молчи. Ой, красиво. Знаете, как я знаю, богатых людей, но несчастливых. А счастье, оно заключается в том, чтобы быть счастливым. Да? Да? Да. Дико, со мной согласна. Сахар сладкий, воду пить хорошо, солнце светит тепло. Да. Счастье в том, чтобы... Россия, балерина, белые розы. Да. Итак, счастье, любовь, Россия. Счастье, любовь, зима. Да, я смотрите, с вами. Берете, сворачиваете корнет. Знаете, как свернуть корнет? Еще раз показываю. Большой стороной от себя, палец посередине. Вот этот кончик сюда, 4 пальца сюда. И закручиваем трубочку. Закручиваем, потом это натягиваем на себя. Видите? У вас получается вот такой корнет. Ника, у тебя есть этот, как его называют, скотч? Скотч, чтобы закрепить. Скотч, скотч. Видите? Крутили. Вот такой корнет. Да, кулечек для семечек, это раньше так делали. Потом нужно будет скотчем склеить. Ну, в принципе, можно лишнее вот это отрезать ножницами, чтобы у вас был красивый кулек. Смотрите, я сейчас сюда раз, и как раз он у меня будет по размеру. И ножницы, Ника, есть? У меня есть все, Саша, ты знаешь. Я закончила. Итак, смотрите, делаем корнет. Лев, куда дели ножницы? Берем скотч. А он обдирается по этому? Никто ножницы не трогал? Нет. Нет. Блин, когда не трогал. Еще. После ножницы оттрогалось, Ника. Да, да, да. А он нарвется об этом, ну, да? Обрезать. Все, да. Ага. Я просто хотел красиво так обрезать. Смотрите, скотчем закрепили, лишнее все отрезали. И у вас получится красивый вот такой рожок. Окей? Все делают? Еще раз покажите. Итак, смотрите. Квадрат порезали на треугольник. Сначала был квадрат, потом на треугольник. А подожди, она же сюда поедет, да, ко мне? Что? Смотрите, палец Париж. Сюда. Париж. Так в Париж ей должны. А, сюда. Видите? У вас вот эти три кончика должны совпасть. Еще раз показываю. Видите? Три кончика должны совпасть. Раз, раз. Четыре пальца сюда. Нет, ножницы не нашли. Так, ножницы я не знаю. Еще раз, смотри, 4 пальца. А, даже вот в этом. Иди поищи. Вы начинаете на пальце, на 4 Мотя, пальца накручивать. Да? Может, у Вани в комнате на 4 есть. Пальца. В видите? И потом подтягиваете на себя, чтобы здесь был тоненький кончик. Потом ножницами вот так щек отрезали и скотчем зацепили. Можете степлером зацепить. Ладно. Короче, сейчас смысл вы поняли. Мы не нашли ножниц, неважно. Вот вы смысл поняли, да? Вот у вас рожок. Есть. Ножницами лишнее вот это отрезали, чтобы все было красивенько. Наделали штучек 8.
И у вас все красиво. Я возьму вот такие готовые рожки. Что мы делаем дальше? Смотрите. Берем слоеное тесто, без дрожжевое. Если вы взяли... Нет. Ничего страшного. Вы смысл поняли, да? Смотрите, слоеное тесто у нас уже раскатанное. Во Франции продается слоеное уже раскатанное. Ой, это мой апельсин. Это мой обед. О, Родион пришел. Родион, давай, быстро так, прыгай на стол. Смотрите, теперь это тесто, если вы покупаете, есть в России по 500 граммов прямоугольное. Вы его тоненько раскатаете. Видите? Чего? И потом нарезаете ножом для пиццы толщиной где-то 2 сантиметра. Так, Родион пришел. А вот что будет? Я пила. Даже не 2-1.5 сантиметра. Режем ножом для пиццы. Смотрите. О, сколько лет во мне любовь спала. Это мне эта песня привязалась, я не могу от нее отлепиться. И надо слова мне выучить. Какой песня? Поскольку лет во мне любовь спала. Мы все помним, да, что Александр не смотрит. Я ему надала совершенно невероятных сериалов, там с Томом Харди, прям брутальных. То, что я говорю, он смотрит только турецкие и рыдает. Нет, я смотрю канал Украина. А индийские ты смотришь? А? Индийские. Нет, я смотрю канал Украина. Не канал, а это телевидение Украины. И там идут очень шикарные сериалы про любовь. Вчера одна бомжиха украла маленькую девочку. Какой кошмар, Саша. Да. А эта девочка, она была дочкой богатых родителей. И они, короче, ее хотели на органы взять. И девочка сбежала. Какая молодец. Саша, девочка не останавливайся, сбежала. Рассказывай нам это что. Девочка сбежала, оказывается, ее мать лежала в этом в коме 5 лет. А вот ты лежишь на полном телевизоре, с удовольствием все это смотришь, конечно, да? Конечно. Ты сопереживаешь персонажа. Конечно, за девочку. Она это ходила, навещала вот эту женщину, которая спала, она не знала, что это ее родная мать. А что она ее навещала? Она, ну просто. А это подруга была ее. Подруга матери. Она потом вышла замуж, пока та лежала в коме. Мне кажется, что рядом с Сашей все будут себя чувствовать очень плохими. Она вышла замуж за мужа подруги и воспитывала дочку как свою. А это была мать в коме лежала, а бомжи украли ее. Потом нашли. И, короче, мать проснулась через 5 лет и сказала: вы не офигели? Сейчас мы какие тут за кадром, знаешь, плачущие. И что, Саша? Ты живешь с моим мужем? Подождите, мы сейчас прервались. Слушайте. Ну, короче, это... Конечно, какие-то злые люди пишут тебе. Бред, Саша. Это не бред. Это жизнь. Ну, короче, меня как-то захватывает, я не могу остановиться. А романы ты читаешь, Саша? Нет, я только фильмы смотрю. Я читаю сериалы. А турецкий ты же смотрел сериалы. Меня так это... расслабляет. Я просто работу прихожу, смотрю, засыпаю, и опять смотрю. Кто ничего не помню, кто опять смотрю. Ты ничего не помню. Я чувствую себя сейчас очень испорченной и порочной. Про литературу. Так, литература. Вот вам Александр рассказывает про прекрасно. Давайте образовывайте. Саша жги пишет. Это влияние богатых старух на Сашу. Да, влияние богатых старух, конечно. Все богатые старухи сидят. Ну, понятно же, что его старуха любит эти сериалы и на самом деле заставляет его смотреть. Ну да, мы вместе смотрим. Ника умничка. Видишь, как тебя любят. Так, смотрите, берем трубочку и начинаем. Смотрите, вот такую полоску скручивать. Да, я снимаю. Сейчас я вам покажу. Смотрите, сначала вот так. И начинаем закручивать. Ну как сосиски в тесте вы делаете? Я не так делаю. Скажи еще раз сосиски, Саша. И по кругу. Саша, скажи еще раз сосиски. Что? Сосиски скажи. Сосиски в тесте. А еще раз скажи сосиски. Сосиски в тесте делаются так. Еще раз скажи, пожалуйста. Ну скажи. Сосиски в тесте. Саша, хорошо смотрится на фоне винограда.
Ну, фаун вот чистый, а? Смотри, отсюда на фоне винограда. Так, смотрите. Саша на рубашке. Скрутили. Красиво. Видите? Вот так. Теперь берем пергамент и выкладываем на противень. Сейчас смотрю, все будут смотреть. Она в Украине про этих безумных старух. Да, конечно. Все так про этих побежали. Да, вот смотри. Саша, это ты у нас дитя. Дитя природы. Ну. Так, смотрите, прижимаем. Шов обязательно должен быть снизу. Для того, чтобы тесто хорошо извлекалось из конусов, вы можете слегка их смазать растительным маслом. Дайте масло. Ну, они, в принципе, у меня есть маслянистые, потому что я уже делаю. Так, смотрите, еще раз показываю. Раз, защипываем и погнали по кругу. Делаем трубочки из слоеного теста, как в детстве. Самое мастер-классное, короче, за все время. Посмотри, прикольно. Сразу включаем духовку на разогрев. Температура должна быть 180 градусов. Давай я помогать тебе буду. Давай. Ой, они жирные эти, действительно. Жирные, потому что вчера делали. Так, вот отсюда, да, начинаем? Давай, да. Как что? Как сосиски? Дайте, а потом вот здесь будет дырочка, крем убежит. Так, чтобы не было здесь. А, все. А ты объяснил это? Да. И так вот надо так сильно. Туго. Как бы туго, да. Вот, наконец-то. Вот. Антисанитария. Родион пришел. Студию. Вот. А пришел Родион. Сейчас он покажет вам свою задницу. Смотрите. Смотрите, да. Так, давай, Ника, подойди, я сейчас тебя сниму. Не надо меня снимать. Как это не надо? Родион. Я не в тебе ничего. Вот. Такую красоту сделали. О, у тебя получился рог единорога. Родион пришел. Красавица. Короче, вот наш чуть все надо. Рабочий процесс. Эти трубочки. Так, Ника, подскажите, не надо, чего, пожалуйста, не надо исправляться. А кто вам, кто вас пугал, что я исправлюсь? Что исправлять? Вот замазом, помоем, не волнуйтесь, кошачья жопка, да, она. Ура. Так, закрываем так, чтобы отсюда крем потом не вытек. Видите? Он не вытечет, потому что он будет густым. Но все равно. Родион, ты запоминаешь? Так, скручиваем. Так, Александр, длина полосок, я думаю, что 20... Ну, в связи с тем, что тесто круглое, она будет разная. От 25 до... Где-то 25 сантиметров. 25, да. Ника, ты что, умная и красивая. Да. А Саша добрый. И рукодельный. Ой. Что он делает? Смотрите, что он делает, покажи. Ой. Так, Родион. Ты брит трубочки. Родион. А чего у него? Это у Бориса. Это Борис чего лупил, да. Он просто к нему подходит с ним дружить, а Борис его лапает и бьет по голове. Ну, знаешь, ты прожил тут сколько, 10 лет, и вдруг тебе привезли вот это мохнатое чучело, уголовника из Ижевска. Смотрите, чтобы при выпекании вот этот кусочек теста не раскрывался и не выползал, смажьте водой. Тебя спрашивают, как с бумажным рожком. Вот так прям раз, водой, и скрепили, и положили швом вниз. Иначе это все у вас откроется. Раз, есть. Так, все делают? Никто не отлынивает? Там спросили, что с бумажным, если делать, то как наматывать? С бумажным, то же самое. Ну покажи, мне кажется, ты не намотаешь на бумажном. Так сейчас не намотаешь. А ты докажи. Так, не намотаешь. Не намотаешь. Не намотаешь. Итак, смотрите, на бумажный. Закручиваем. То же самое все. Вот не то же самое. То же самое. Закручиваем.
То же самое. Так. Девочки, все про диету вам расскажу. Видите, также накручиваем на бумажные. Только вот это все нужно обрезать, чтобы красиво было. Потому что если будет некрасиво... Нет, все должно быть красиво. Также водичка раз. Мне не нравится, как это ножницы. Ножницы не были найдены. Я не знаю, куда ты их спил, Саша. Видели? Интересно. Так, все положили. Положили сюда, сюда, сюда. Может быть, это коробки наверху? Так, смотрите, еще раз показываю. Так что вы можете наделать их много, этих корнетов, трубочек, и можете их заморозить, убрать в морозилку. И, допустим, когда пришли к вам гости, вы достали вот эти уже выпеченные корнеты, можете просто их положить, не выпекать, в таком виде. И пришли гости, вы духовку включили на разогрев, быстренько раз в духовку, и, или, допустим, вы уже выпекли, положили в морозилку, взбили сливки, вовнутрь туда положили ягоды, сюда раз, и у вас уже готовые пирожные трубочки. Окей? Значит, смотрите. Ну, 5 штучек, я думаю, нам будет достаточно. Сейчас я это сфоткаю. Так. Перед выпеканием обязательно смажьте яйцом, как и любую выпечку, надо смазывать яйцо. Сейчас я фоткаю в Инстаграме. Так, а это что за черные яйца? Трюфели. Я предлагаю сделать трубочки с трюфелями. Вот. Всех окончательно. Чинейший Сильвестр оставил мне. Обалдеть, запах. Возьми ее. Начинки могут быть любые. Это могут быть белковые. Крем, который мы сейчас будем делать. Это могут быть взбитые сливки. Да, где он против? А, можете любой мусс приготовить. Малиновые там или... Там нет, черный смородин, яблоки, это допустим, можете сделать яблоки печеные, в блендере их туда начинить. Да? Так что можете джем положить. Нет. Можно это желтком нет. смазать, это не важно. Желтком с молоком, яйцом, да, чем хотите. Так, берем одно яйцо, одно яйцо и смазываем трубочки сверху яйцом, чтобы был хороший колер. Красиво. Так, у меня была кисточка. Это молдаване спиздили, Саш. Так, не ругайся. А где тут? А что у вас теперь? Да, все, я тебе решил за культуру лечить. Извините. А где это обновление? Не висело у нас на входе? Все, мы теперь больше не ругаемся в эфире. Что у нас благочестивый дом. А, закон. Уже не сначала. Что не сначала? Мы сохраним потом эфир, и вы посмотрите сначала. Смешно. Может, он в прошлой жизни был шефом, и он хочет все время сказать, да не так, болтаешь. Он в прошлой жизни сидел 8 лет в Ижевске за разбой. Веганам смазать алоэ. Под глазами. Что смазать алоэ? А веганы не едят яйца, да? Ну, слушай, у них там куча градаций. Так а что, веганам можно есть трубочки? У меня самое любимое это слоеное тесто. Есть, знаешь, как они называются? Падальщики. То есть они сидят, они едят только те продукты, которые сами отжили свое. То есть они могут сидеть полгода под грушей и ждать, когда упадет груша. Это как называются эти извращенцы? Падальщики. Это люди. Смотрела, я не знаю, это я читала. В Фейсбуке. Не ходи больше туда. Не могу. А? Итак, трубочки смазываем яйцом. Перед выпеканием. Да, я похудела. Это я еще нет, не затянута. Я могу вообще показать. Снова шея. Я видел, ты фотку уже в купальнике выкладывала. Это 6 лет, это фотография. А, да? А я думал, только вот новая. Нет. Зачем тогда говоришь, что так 6 лет? Так ты плохо слышишь, но хорошо видишь. Я тебе напоминаю. Я еще не такая. А я думал, что это вот недавно. Ничего себе.
Кстати, котику всего 2 месяца, он очень крупный. Так, рыба на подушке, супер, да, я с вами согласна. Итак, смотрите, трубочки смазываем яйцом перед выпеканием и отправляем в разогретую до 180 градусов и выпекаем 20 минут. Окей? 20 минут выпекаем. Так. Это страшно, наверное, убрать с бумагой. Нет, конечно, было видно, что можно из бумаги делать тоже. Ой, так, за мне на секунду на одну. Нет. Шикардос. Очень рада вас видеть. И мы вас рады. Давай уберу этот белый конверт. Мне нравится с ним, потому что люди... Хоть фотография должна быть, Александр, информативной, помимо того, что она должна быть красивой. Я люблю, чтобы все было идеально. То есть у всех, конечно, дома есть пирожки. Можно подумать. Так, все сделали. Отправляем в разогретую духовку и выпекаем. У меня духовка без конвекции. Обычная. Конвекция. Саша, песню, которую ты напевал, исполняла Роза Рымбаева. Саша идеально подождет. А, да? Угу. Давай ее выучим и в следующий раз споем вместе. Нет. Почему нет? Даже я боюсь, что я тоже начну смотреть тогда мы сериалы по телеканалу «Россия». Украденных детей. В прямом эфире у вас так мило, да, и мы, Саша, такие милые. Так. Правда, скотч все испортит. Почему портит? Почему он вообще не портит? Возьмите степлер. Вам самое главное нужно закрутить. Или смотрите, вы можете сделать вот так. И потом вот это все убрать туда вовнутрь. Тогда, тогда вам вообще не надо будет никакого ни скотча, ни степлера, ничего. Вот, вовнутрь туда завернули все вот эти края, и у вас уже конус уже вот он там. Поняли? Сделайте тогда так, если не хотите. Ни скотчем, ни степлером. Поняли? Сейчас еще раз покажу. Да непонятно будет. Смотрите, сначала разберем на квадрат. Еще раз показываю. Квадрат пополам. Квадрат пополам. Четыре пальца сюда. У вас должен быть посередине уголок. Видите? Посередине динамика. Вот так накручиваете. Накручиваете. Подтягиваете. Оп. Подтягиваете. Раз. Видите? Вот эти кончики все заворачиваете вовнутрь. Вот такой вот получается полностью. И на него уже накручиваете тесто. Видите, он у вас не развернется. Делайте тогда без пергамента, без скотча, без степлера. Вот такой конверт. Чтобы уже окончательно, тогда побольше просто заверните туда. Так, сколько у нас там эфира осталось? Сколько? 2-300 на окон, 2-400. Нет, я имею в виду по времени. Видели? А, ну еще полно времени. Так, внутри. И на него уже накручивали. Да, как курю для зимки, правильно. Поняли, да? Трубочки у вас получаются. Так, делаем итальянский меренг, делаем белковый крем. Родион тут вообще у нас развлекается, надо его показать. Так, Родиоша, смотрите, видите, он тут лапкой раз. Это так он играет. Весело тут у нас. Так, идем дальше. Делаем белковый крем. Где же коты, покажите. А? Мне кажется, что
Так, Юля Белкова, крем. Значит, смотрите, нам нужно будет взять 200 граммов сахара и 70 граммов воды. Делаем белковый крем. Это крем, похожий на итальянский меренг. Меренг итальянский, там идет 5 яичных белков и 300 граммов сахара. Но мы сделаем поменьше, чтобы он не был такой прям очень-очень сладкий. Смотрите, сейчас я возьму весы. Так, берем весы, берем кастрюлю. Сначала нужно приготовить сахарный сироп. Так, 200 граммов сахара. Ника, а елка будет до лета у тебя стоять? Да. Да? Просто уже сегодня 21 градус, а это у нас елка стоит. Так, 200 Кстати, граммов сахара. Кстати, у нас тепло. На солнце она на градуса 24, я вам то покажу. У нас погода совершенно фантастическая. 200 граммов сахара и 70 граммов воды. Сколько времени в духовке, спрашивают? Минут 10, да, наверное, 12. Что? В духовке минут 10-12. Я думаю, 20. Но в моей меньше. Да, в моей меньше. А так 20. Я пек на работе 20 минут. Но у меня сосиски делаются в тесте 12 минут из этого теста. А мы с тобой не засекли? Давай засечем сколько? Да мы будем минут. Смотреть. Давай. Так, 200 сахара, 70 воды. У кого рис сильно разваривается? Что надо разваривать? Брать правильный рис, потому что... Что разваривается? Так, там еще конусы не доделали. А, ну делайте. Ты не договорила. Ну, слушайте, ну, вы, конечно, слушайте, очевидно, что ему не 2 месяца. Вы чего, вы верите? Ника, как ты похудела? Супер, да. Я, если еще... Прямо да, буду. Скоро уже как это. Мне еще немножко, и я уже буду как новенькая. Слушайте, там же написано про все ошибки, когда много воды. Я же там все рассказываю. Понимаете, не смотрите, просто мастер-класс. И не переживайте. Слушайте, если первый раз не получится, то получится во второй. Слушайте, все достигается упражнениями. Из вашего совсем не задницы, да они там плов обсуждают. Басмати категорически не подходит. Там же говорится все про рис. Если у вас нет возможности купить рис у узбеков на рынке, они всегда его продают, вы просто подходите и спрашиваете. Вы берете только карнароли, ну, в худшем случае арбори, потому что вам нужен рис для ризотто с очень плотным основанием. Если басмати варится за 1 минуту. Какой басмати и плов? Вы чего? Так. Да, лимончелло, конечно, доделали. Мы доделали еще в прошлом эфире. Я это вам показывала. Но у меня уже все растащили. Все 10 литров, что у меня получились. Слушайте, у меня в день получается 400, ну, максимум 700 калорий. Сегодня вообще адский день. Сегодня всего 2 яйца, 1 цитрусовый, 2 помидора и 1 огурец. Это ад. У меня осталось 2 дня. Но я уже есть не хочу. Я уже не просыпаюсь голодной, я уже засыпаю нормально совершенно. Ко всему привыкаешь? Ну, естественно. Каким средством чистят ваши красивые кастрюли? Специальным средством французским каким-то для чистки медных кастрюль. 5 Я в воскресенье улечу в Париж. На у меня романтическое путешествие, поэтому вы меня не увидите. Да. Да, да, с Эйфелевой башней. Воды 70, да. Да, и... с Эйфелевой башней. Да, буду присылать вам это. Поэтому Саша с вами будет один проводить мастер-классы, а потом я вернусь, и мы с вами будем делать отдельный снова аккаунт для... Белоника 14, да? Нет, у нас будет белоника 16. 16? Да, или 15, я уже не помню. Окей, но это уже в марте будет. Да. Ника, на трещину губы смотрите, а у меня есть специальный крем хороший. Это вот от диеты, потому что иммунка падает.
И поэтому я ее не выкладываю. Меня спрашивают, дайте мне до конца ее пройти, я посмотрю, если я выживу за эти два дня, я вам все расскажу. Потому что, конечно, у меня вот всегда на появляется ерунда, когда иммунитет. Я на губе, у меня на глазу. Ну, Саша на глазу, видите. А? Тут вот на глазу, наверное. А меня что? Сгубил? Да. Так, надолго ли в Париж? Как пойдет? Так, ну что, поехали дальше? Значит, сахарный сироп поставил на плиту. Теперь берем 5 яичных белков. То есть 5 яиц первой категории. Яйцо весит 50 граммов первой категории, 30 граммов белок и 20 желток. Я же кипит твой этот. Значит, сахарный сироп как только закипит? Снимаю. Давай, смешай еще. Смотрите. Так, смотрите, значит, берем 5 яичных белков. Сахарный сироп ставим на плиту и доводим до кипения. Как только сироп закипит, начинаем сразу взбивать белки. Смотрите. Как яйца отделять белки от желтков? Просто ударяете одно яйцо в другое, которое треснуло, раскрываем и аккуратненько извлекаем оттуда белок, отдельный желток. Ни капли желтка не должна попасть в белок. Если желток попадет в белок, то ваш белок не собьется. Окей? Значит, смотрите, белок должен быть идеально чистым. Ты меня в прошлый раз оставил сметану, ее открыл Сильвестр в холодильник, а там уже феодальное общество. Там уже цивилизация своя была. Так это было когда? Когда они уже перешли от орудий труда в бактерии. Так. Так, здравствуйте. Так, сахарный сироп. Так, сироп идеально против... Слушайте, я пью витамины всякие разные. Саша, не болейте, пожалуйста, глазные капли. Сейчас на спирте дефицит витамина В. Я вот я поэтому и буду предупреждать. Что мы готовим? Ну, как обычно, вы же помните, что я в бассейне, развожу бассейн. Мы делаем сейчас сахарные трубочки с начинкой. Все коты, все куны от моей заводчицы приезжают кастрированные. Как быстро набрать вес и удержать, накопить 1400 рублей, записаться на курс Белоника 14 и приготовить все по Сашиным рецептам там. И твоим там и кролика готовим. Вот не наш, то есть у меня издательство уговаривает на книжку с Сашей, вообще на книжку, но я не знаю, что я вообще не вижу сейчас никакой целесообразности написания книг. Людям на память дома. Ну, слушайте, раньше я получала там вот самый большой гонорар, мы сразу платили сутку за книгу вперед и плюс еще 25% от роялти. А сейчас, ну, это смешно. Сейчас даже самое осталось своим населением, научили пользоваться интернетом, лучше я буду спекулировать своими знаниями в социальных сетях. Это выгоднее. Слушайте, ну как вы сейчас себе с ковидом представляете презентации, там, если это будет превращать в какой-то информационный повод, сейчас, и даже как информационный повод, это никого не волнует, там, один сразу с какой-нибудь идиоткой даст тебе намного больше цитируемости, чем 8 написанных книжек. То есть у меня уже есть 12 книг, хватит, надо остановиться. Так, вот. Трубочки готовы, смотрите, вытеклись, достаем их... из духовки и охлаждаем. Смотрите. Видели? Угу. Видели? Поняли? Что? Не, пока нет. Это не остынет немножко.
о том, что я с кремом ему без крема. Окей, без крема. А дай ему эту, которая на... Они пока горячие еще. А, ну да, они не хрустят, да, еще. Они должны постоять. Подожди, мы тут отвлеклись. Так, пирожная мока, Саша, Ась. Мока, это кофейная. Кофейная? Саша, знаете, где была кадр? А, значит, смотрите, белок яичный взбивается, сахарный сироп варится на средний шарик. Никакого, делай помолодела. Да, спасибо. Всегда молодая, красивая, худая. Я люблю тебя, а я тебя, Денис. Это кто тебе пишет? Денис какой-то. Ну, какой-то очередной. Я сейчас... 78-го года, молодой еще. Молодец. Не знаешь, какие мне пишут. Я сейчас, видно, впала в такой специальный женский возраст, что я ассоциирую, знаешь, мамина лучшая подруга или учительница первая моя. Ника, мне 17, я вас люблю. Это нормально? Я пишу, нормально. Конечно, это нормально. Нормальнее не бывает. Так, подожди, я сейчас покажу, как там выглядит сироп. Значит, смотрите, сироп варится, кипит. Он примерно должен повариться минуты 2-3. Сейчас я покажу, как он будет вариться на средний шарик. И начинаем взбивать яичный белок. На средней скорости, видите, начинаем взбивать белок. Включаем его только тогда, когда начинает образовываться пена. Итак, смотрите, теперь делаем, ищем средний шарик с сахарной сиропом. Что это такое? Это вы берете... Вы берете немножко воды холодной и наливаете в чашечку. Чашечку воды, ложите в холодную воду и начинаете смотреть. Видно? Немножко зачерпываете сиропа и опускаете в холодную воду. И пытаетесь пальцами скрутить шарик. Нет, ну тут пока ничего нет. Видите, никакого шарика. Сироп очень жидкий. Поэтому варим еще. Он должен загустеть. И должен получиться как смола. По консистенции. Пока еще нет. Опускаем холодную воду. Не, пока еще жидкий. Но уже начинает густеть, пока еще нет. Тут поварить еще. Это вот это Роза Ремео? Выучим, ага. Давай выучим. Да? Мне еще только петь не хватало. А давай этот слова... Моим омерзительным голосом. Что? Говорю, Саша, у меня голоса нет. Так, а у кого сейчас есть? Сейчас никого нет, все поют. Давай наймем себе преподавателя по вокалу. А у меня есть девочка. Тут? Нора, имеется в виду. О, а давай. Занималась вокалом. Будем петь с тобой хором. Давай. Но это только в платном аккаунте, Саша. Что только люди за деньги смогут это вынести. Так, я вам нормально держу, там вам видно все? Так, смотрите, вот так периодически опускаете холодную воду и пытаетесь скрутить шарик. Вот видите, уже что-то тут происходит такое. Вот. А ты не обжигаешься? Нет. А там вода холодная. Видите? Вот он-то уже получает. Видите, но пока еще шарика нету, но сироп густеет. Видно? Видно. Так. Это уже этот, вода горячая, вот этот сироп. Итак, смотрите, вот он-то этот шарик. Я вам покажу. Видите? Поняли, Саша, поняли? Поняли, вот он-то этот шарик. Вот он-то. Ладно, так, заканчиваем процесс кипения. Матвей, крути шарик. Руками нас крути шарик.
И потом выливаем тонкие струйки. Так, да, идем теперь к этому. Тонкой струйкой вливаем разбивающийся белок. Температура сиропа 121 градус, средний шарик. Это мы делаем белковый крем. Если вы хотите, чтобы он был жирненький, когда белок остынет до комнатной температуры, добавляйте сюда 100-150 граммов размягченного сливочного масла. Но мы не будем добавлять. Итак, достаточно. Мы делаем белковый крем. И теперь сироп. И теперь этот сахарный сироп с белком мы взбиваем до комнатной температуры. Все запомнили? Так. А время эфира Ника просит сохранить. А сколько там? А там уже 51 минута. Давай, сейчас. Ага. Тесто, конечно, не такое, как у нас было. Но... Капец, как жарко. Как летом. Жарко? Ну, да. Жарко. Эти рожки вот готовы? Боком на солнце. Эти рожки готовы? Рожки. Да. Если горшки, не горшки. Рожки, горшки и пирожки. Так, смотрите. Рожки выпеклись. Вау. Извлекаем конусы. Шикардос. Вау. Тесто, конечно, выпускное не то, которое домашнее. Так, где мы? Сейчас оно, конечно... Видите, такой рожок. А домашний, конечно, она будет более такое слоистое, покажи, более расплывчатое. Протяни еще, я тебе сниму. А магазинное, оно, видите, какое немножко... Покажи мне его. Вперед его протяни. Ну, тоже неплохо. Зато сколько времени сэкономили. Да? А так вы... Давайте. Спасибо. Так, смотрите. Это так вкусно, попробуй. Очень вкусно. Очень вкусно. Так, в качестве начинки вы можете туда положить, допустим, свежие ягоды. Можете ложку варенья какого-нибудь, абрикосового там, или можете вареные сгущенки туда затолкать. Все, что хотите. И потом уже крем, либо взбитый сливки, либо белковый, вот как у нас. Это очень вкусно. Вкусно? Очень. Вот, да, я обрезану. Спасибо, что ты мне дал 26 лет. Спасибо. Ну что, знаешь, вот с таким начинком. Мне 26 лет. Люди, молодой стал. А мне 27, да. А я думаю, ну все, уже. Мое время ушло, прошло. А раз, 26. Юнец. Да, вон у меня есть юнец такая. Молодая, красивая. Богатая. А у Саши есть книги. Ну, совместно с Никой. А у нас есть Ники, Ники, меня. Нет, так совместно, он говорит, вам надо сделать. Совместно сделаем. Тоже подписчики хотят, все хотят. И сделаем, и потом... Ника, и потом их подать. Саша, сейчас книги никому не нужны. Я тебе могу показать падение тиражов вообще по этим. Сейчас всем нужны карты Таро. Рост 70%, да. И принеси мне сверху мой второй телефон. Соседы телефон эзотерика, похудение и прочая поебота. Вот. Отличная идея. Так, Саша сбивает крем. Как рада видеть Сашу. Он готов. Да, я рада видеть вас, радующие. Масло для жирности. Сейчас опять начнем слышать. Такой белковый заварной крем у вас получается. Красиво. Можете взять сахара побольше. Допустим, не 200 граммов, как мы брали, а 300. Получился у вас? Смотри. Ау. Открыл.
Да, я сфоткаю тебя красиво. Просто мне потом пришлешь красиво. Да, пришлю. Иди сюда, мы с тобой тоже сфоткаемся. Не хочу. Как хочешь. Красиво. Хочу, не хочу. Так, 200 граммов сахара или 300? Все зависит от того, как вы любите. Кто-то худеет, кто-то не худеет. Тем, так, кто худеет 200 граммов сахара, тем, кто не худеет 300. 300, да. Итак, смотрите, значит, белковый крем выкладываем в кондитерский мешок с зубчатой трубочкой. Зубчатой трубочкой выкладываем в мешок. Я бы, честно говоря, сделал бы 300 граммов сахара. Я люблю послаще. А ты не пробуешь? Нет. Ну, просто лизнуть, нет? Нет. Я сейчас лизнула, по мне сладко. А? Я сладко? Лизнула, по мне достаточно сладко. Я бы еще бы послаще бы сделал. Так. Так, пишет Александр, сегодня веселый. У меня просто тут девчонок много. Я поэтому тут это... Разошелся. Ну, на девчонок ему 26. И мне 26 лет сегодня. А пирожки просто идеальные. А я думаю, через месяц день рождения, блин, опять один год плюс, а кольца нет. Так, смотрите, заталкиваем туда крем и сверху раз. Опа. Делаем вот такой рожок. Дайте сниму с ним. А так протяни мне его красиво. Вот так. Угу. И вот руку поближе с кремом. Вот. О, офигенно. Саша. Так. Ты аккуратненький такой. Делаем. Сюда проток. Мешок поглубже. Так. Сейчас. Давай не будет есть. Они бегают с любой. Полностью начините, видите, трубочки слоеные с белковым кремом. Сын вам у меня бегает, приедет и будет плохого. Сигнал. Родиончик пришел. Mm-hmm. Так, что тут? Так, надо будет потом, пока не есть, а ты не ешь. Мы а сейчас чего? Красиво потом сфотографируем. Оп. Видели? Я такие пирожки. Трогать мне можно. За 5 минут можно приготовить такую красоту. Родион. Так, потом берем сахарные пудры. Я ему, кстати, это налью, им яйца можно. Ждешь и еще. Родион. А помнишь, он съел наши все желтые? А им для шерсти надо. Родион, на, иди сюда, иди сюда. Так, да, сверху посыпаем трубочки белковым кремом, сахарной пудрой. Смотри, ты есть не будешь. Тут банку. На. Так, что-то у меня тут не выходит ничего. На. Так, смотрите, значит, насыпаем сахарную пудру и сверху на трубочке посыпаем пудру. Я помню, пудры было много, весь пионерский галстук был в этой пудре. В Мадагаскар приехали специальные люди, а они не вошлись хорошие. Видели, какие трубочки? Слоеные трубочки с белковым кремом. У вас так же? Вовнутрь положите ягоды, если хотите. Или повидло, или джем, или там... Нутеллу кто-то любит, кто-то еще что-то там. Так что... Вика, смотри, какая красота. Ой, а что ты не показываешь мне? А я тебя жду. Ну да, супер. И все, вот такая красота получается. Видите? У вас так же получилось? Все это занимает сколько? 20 минут выпекаются, раскатали, вырезали, выпекли, белок взбили, сахарный сироп сварили на средний шарик. Все, отсадили. И красота. Это базовый. А там дальше вы уже сами смотрите. Все. Все поняли? Поняли, а? Яйца ведь сырые. Температура была 121 градус. Там сальмонелла в любом случае умрет. Так, она умирает при кипячении.
А сироп мы уваривали 121 градус, поэтому не волнуйтесь. Яйца так заварили, что там никто не остался в живых. Не отравитесь. Так, все, я вас обнимаю и целую, блок не сядет, не переживайте, никто никуда не сядет. Саша будет с вами на следующей неделе проводить, да, по четвергам, а я посмотрю, но я постараюсь приехать побыстрее. Я вас обнимаю. Всем пока и увидимся через неделю. Да.